день рождения! И мы идем вот туда. В горы, поэтому следите, что будет дальше. Саша едет. Посмотрим. Вот и мы. Немножко страшненько что-таки. Мне не страшно, а мне страшно. Дойдем, в общем, я вам там это сообщу. Это будет не скоро, я так поняла. Колокольчик. Я надеюсь, мы дойдем до водопада. Мама нашла какой-то колокольчик. Белый. Синий-белый. Вот так. Thank you.
Дошли полчаса. Как вам водопады? Окей, это не те водопады. Но и это не те. А, вот же он. Ну да. Не знаю, что вам еще показать, но это типа водопады. Приблизим. Конечно. Ого, это еще один день. Ничего себе. Где наш там отель? Вряд ли мы отсюда увидим наш отель. Сейчас будем ежики в тумане. А вот этот водопад, который вы ходили, он без света. О, да? Тут водопад? Да, кстати. Он спускается туда. Я еще показывал отсюда вот эти две двери. Да. Ну просто там другой проезд, а тут другой. А вот он. Отсюда идет туда вниз. Тут страшнее, чем у там, тут такие скалы, короче. И пошли туда, и уже пустые едут. Наверх пошли еще. О, сейчас мы будем ежик в тумане, все готовимся. Страшно. В облаках. Помогите. Страшно, у меня аж мурашки на ногах. Или это от холода?
том году тут холоднее было, конечно. Да и сейчас не так уж тепло. Туда вот только не успели подняться еще. Ну а туда уже все, уже не берут никого. Еще выше не успели. Ой, собачки. Как тут собаки не мерзнут? Как они сюда пришли, вообще вопрос? Машинка, класс. Номера не буду снимать, уговорили. Сегодня мы делаем обзор на машины еще. Смотрите, что это у нас. Казино. Обзор машин Роза Хутор. Продолжаем. Итак, джипик. Здравствуйте, джипик. Да. Такой вот. Ой, что я снимаю? Что я пока снимала, чуть другую. Наша машина. Ой, понятно. В обзор не входит. Идем дальше. Е-е-е, мы пришли. О, нет, что? Вот сюда. В бассейне. Такое небо, небо. И только мы в одном бассейне. А? Без ног? Это как это? На шариках плаваешь.